Ну, во-первых, хочу поблагодарить ребят за их отношение к игре. И сегодня показали, что настоящий ЦСКА. То есть начали защищаться так, как мы умеем. То есть это большая победа для нас. Хотел поблагодарить также руководство клуба в лице президента и всего руководства. Хотел поблагодарить своих ассистентов Шакулина Дмитрия и Ивана Еремича. Я думаю, что это знаковая победа для нас, потому что у нас новый клуб, новая концепция. Все, очень многое поменялось. Но, тем не менее, цели не поменялись. И что добавляло ответственности в два раза больше, так как болельщики привыкли, что ЦСКА выигрывает во всех турнирах, где участвует во всех играх. Поэтому, то есть, для нас было делом чести победить на этом турнире, и мы с этим справились. То, что касается игры, турнир получился очень замечательный, высокого уровня. То есть три команды Евролиги плюс Уникс доказал вчера, обыграв Жальгирис, что тоже не ниже уровнем Евролиги. То есть, конечно, в Литве баскетбол номер один. Спасибо вам за такую организацию. Конечно, феноменальная поддержка болельщиков здесь. Даже как бы, при том, что не участвовал Жальгирис, конечно, это добавляет турниру вот этого колорита, добавляет то, что как бы, то есть ощущение было, что на самом деле финал четырех, вот как Евролиги. То есть, спасибо вам и Литве, и желаю, чтобы баскетбол, он у вас и есть номер один, но чтобы также и продолжали дальше. Вот то, что касается клуба ЦСКА, то есть у нас уже на следующей неделе матч с Уникахой дома, то есть, естественно, то есть долго праздновать не будем. Сейчас приедем и в Москву, и будем готовиться к следующей, к топ-16 Евролиги. Для нас начинаются серьезные игры, начинаются... То есть с этим турниром начали серьезные игры. Вот сейчас ВТБ был очень серьезный кубок. То есть мы готовились и не думали о топ-16, потому что Химки очень сильная команда. И Уникс, и Жальгирис, мы не знали, кто выиграет. И мы на эти 2-3 дня забыли о топ-16, думали только об этих играх, о победе. Вот сейчас мы победили, поздравляю всех, ну, и будем готовиться к топ-16. Спасибо. Если есть вопросы, пожалуйста. Trumpai apibendrinsiu, ką treneris sakė, tai visų pirma padėkojo savo komandos vaikinams, kurie šiandien parodė tikrą atsidavimą, parodė, kokia iš tikro turi būti CSKA komanda, kadangi CSKA komanda šiaip šį sezoną yra šiek tiek pasikeitusi, yra nauja koncepcija, treneris taip pat padėkojo klubo vadovybei, savo asistentams Šakulinui ir Jeremičiui. Taip pat pridūrė, kad visas turnyras buvo aukšto lygio, kadangi dalyvavo trys Eurolygos komandos ir Unix, kuri pirmauja Europos taurėje. CSKA laukia už kelių dienų jau rungtynės Eurolygos top 16 etape su Unikahos komanda, tačiau šiame turnyre stengiasi apie tai negalvoti, koncentravosi tik būtent VTB vieningosios lygos turnyrui ir džiaugiasi, kad pavyko iškovoti šiame turnyre pergalę.